Салам алейкум, пацаны! Вот и пришло сегодняшнее наше время, где мы будем игроков проверять во Free Fire на честность. Сегодня будем притворяться девочкой. Здрасте, Надя, меня звать Надя. Конечно же, будем притворяться девочкой. Кстати, спасибо Наде, что она предоставила мне, скажем так, аккаунт, да, с которым будем сейчас играть. И суть ролика такова. Сейчас мы кинем заявочку в лобби и, скажем так, им, скажем так, предоставим, да, возможность сыграть с нами в СНС. То есть им предложим сыграть в СНС на 100 алмазиков. Если, конечно же, мы им проигрываем, конечно же, мы должны будем, конечно, разумеется, перевести 100 алмазов. Ну а если проигрывают они нам, то должны они нам перевести 100 алмазов. Ну а если, конечно, игрок окажется честным, и он мне переведет 100 алмазов, то я взамен его на честности, да, переведу ему сверху 3000 алмазов, прям сверху 3000. И вы будете в этом свидетели. Друзья мои, с вас обязательно лайк. Обязательно подписывайся на канал, ставим колокольчик, все уведомления. У меня очень разнообразный контент. Ну и, конечно, пиши в комментариях тебе обязательно, если вам нравится такой формат видеоролика. А мы будем приступать. Ну, давайте, наверное, начнем и сделаем, наверное, отряд. Сделаем отряд. Всем привет, я с вами. Да, пацаны, мы с Кириллом. Да. Да, мы сегодня с Кириллом. Да. И мы, кстати, кидаем заявочку в мир и сразу будем уже писать. Мы уже подготовили надпись. Привет, мальчики, как бы. Так, привет, мальчики. Кто хочет со мной СНС? Один вышел. Кто СНС? Не выходи. Просто не выходи, согласись, пожалуйста. Да, пожалуйста, умоляю. Пойдешь, нет? Пожалуйста. Гоу, о, Андрюха, тихо, пишет. На 100 алмазов, кто? Спасибо, чуть ты согласился. Кто будет? На 100 алмазов, кто будет? Пишем, друзья мои. На 100 алмазов, кто будет? Пацаны, наконец-то согласился. Наконец-то кто-то согласился. Гоу я. Андрюха пишет, гоу я. О, без проблем. Без проблем. Комната. Создаем. Так, комната. Денег столько пишем и вот так. Так, поехали. Пишем, короче. Пишем вот так вот. Только я новенькая. Только я новенькая. Так, СНС. На 100 алмазов, да? Если соглашается, идем. Конечно. Поехали. Друзья мои, все зависит только от этого игрока. Если реально этот игрок будет честный, он будет честный, реально, то, конечно же, мы по-любому переведем ему 100 алмазов, не 3000 алмазов, если он мне перейдет 100 алмазов. 100%. Все зависит только от него. Если, конечно же, он мне не переведет, мне 100 алмазов, то, конечно же, друзья мои, он профукает все. Кстати, друзья мои, настройки не мои. Видите, у меня все, то есть прозрачность кнопок, у меня, видите, она еще существует. То есть это почему-то, когда берешь аккаунт у кого-то другого, то почему-то настройки сразу автоматически почему-то они меняются, у которого был аккаунт. Кстати, Наде большое спасибо, что она предоставила мне этот аккаунт. Главное спокойствие. Да, главное спокойствие, играем спокойно, на лайте. Да. Главное не спешить. Так, первый раунд забрали. Ага. Хорошо. Я думаю, он намного сразу сейчас понял, что нужно делать. Я думаю, он реально много чего понял. Он такой думает, в смысле, а как так? Что за фигня? Так, первый раунд, пацаны, забрали. Нам главное, сейчас нужно хотя бы, знаете, чтобы он сильно не расстраивался и играл нормально. Ему желательно хотя бы раунда 2 отдать. Реально, хотя бы раунда 2 отдать, чтобы было 4-2. Да? А лучше сначала, можем сейчас проиграть 2 раунда. Если проиграем 2 раунда, он будет понимать, что да, я реально новенькая, и у меня залетела там рандомка, да? То есть вот так вот будем делать. Сейчас посмотрим. Да, скажешь, повезло, реально. Ну, я тут. Так, все. Один раунд тебе повезло. Давай. Ага. Только не два часа. Так, два раунда забрали. Ну, я думаю, даже можно, ну, я не знаю, сейчас посмотрим, как вообще, пацаны, как вообще пойдет игра. Так, друзья, не забывайте, сейчас проходит у нас, очень много чего интересного на моем YouTube-канале, да? Сейчас проходят акции, очень много акций. Если у кого-то из вас, сейчас до конца лета у нас проходят VIP-настройки по очень дешевым ценам, братва. Если вы не можете настроить свой телефон, ну, и реально не можете настроить свой телефон, ко мне обращайтесь в ВК, пишите прямо сейчас в ВК, настроим телефон, iPhone, Android,
офигенные. VIP настройки по очень дешевым ценам. В ВК просто пишите. Размер кнопки, HUD, DPI, расположение. Все рассказываем. Как правильно нужно оттягивать, почему может не лететь. Все об этом мы рассказываем. Ага, это подвайся. Потому что он сказал... Да. Она не новенькая, он меня, наверное, обманул. О-о-о, вот это было фиаско. Как он, как она... Как он, как он так выжил, а? О! Подвайся, да. Хорош, хорош, хорош. Сейчас, Давай, ты пока не стреляй. Думаю, что дать ему один раунд? Да. Чтобы он там подумал. Ну, ей там повезло, там два раунда. Ха-ха, повезло, да, возможно. Там, ну что, она же новенькая, я же... Она же новенькая. Ну как он выжил, так и не понял. Ема. Он Кощей бессмертный. Он Кощей в натуре бессмертный. Опять дал в голову. Опять дал в голову. Как ты живешь? Ну, пацаны, все. Он в тильте. Он реально в тильте. Он не понимает, что происходит. Смотри, пап. Как ему повезло. Вот он сейчас. Салам алейкум. Ну, пацаны, да, если сейчас проиграем, это... да как так? Хорош, хорош. Так, голова. Голова. Зависит, друзья мои, только от него. Только от него. Если сейчас он мне переводит 100 алмазов, я вам перевожу прямо сейчас 3000 сверху. 3000, пацаны, не шучу. Реально, 3000 я вам перевожу сверху. Прямо сейчас сверху. Так что, если хотите, чтобы я вам настроил телефон, у меня команда занимается настройками телефонов. Если хотите, пишите им в ВК. И, конечно же, не забывайте... И мы настроим вам телефон до идеала. Вот. И еще к вам, также еще могу вам сказать, что если у кого-то из вас не получается себе задонатить в игру, ну не может, у вас через Киви не можете или еще что-то не можете, то я могу, конечно, вам помочь в этом. Я доначу через официальный сайт GreenShop, через меня алмазы приходят сразу же, и через меня безопасно, друзья мои. В течение минуты приходят через меня алмазы. Но за это буду брать определенную услугу, определенную сумму, то что я вам помогаю, потому что реально очень много людей, которым нужно помогать, и я честно устаю. О, как? Он скажет. Как? Дал в голову, пацаны. Как он так? О, хилится. Он понимает, что я его просто... Да, сдал. Он что, меня обманул, что ли? Да, не-не-не. Ой, тут рандомка залетела у него. Отвечаю, вот это залетела у него рандомка. Хорош, нормально. Красавчик, рандомка у него залетела 100%. Вот это, блин, пацаны, вот эта карта ни о чем. Я не знаю, как в эту карту вообще можно играть. Я даже не понимаю. Я тебе сказал, детка. Так, друзья мои, если кому-то из вас нужны алмазы, и вы не можете себе сдонатить, в ВК мне пишите, я вам помогу сдонатить, да, возьму за это определенную комиссию небольшую, да, но зато вы получите алмазы сразу же, и это безопасно, вы не перейдете ни на какой-либо сайт, вот, так спокойно можете. Также не забывайте, у нас каждый день проходят стримы, друзья мои, каждый день проходят стримы в 9:30 по московскому времени. Кирилл, как думаешь, отдаем еще ему один раунд? Да, даем, потому что ты сейчас его убьешь, он скажет, она меня обманула, и он тебе... Давай. Он, наверное, тебе не поведет 100 алмазов. Скажет, он тут-то, да? Он скажет, он что, меня, что ли, обманул, что ли? Давай. Она даже и не новенькая, что ли? Да. Можно ему еще... Чтобы он подумал, что я... ты новенький. А что, она... Куда он побежал? Да. Чтобы он подумал... Мы вокруг доходим. Да, мы просто вокруг бегаем. Он хочет благодаря. Ой, как это было красиво! Сейчас дадим раунд. Один раунд, пацаны, дадим ему еще один. Ты просто в бокс стреляй, чтобы. Но он хорошо играет, хорошо, он старается. О, старается. Одну тебе чашку дал. Он себе. Так. Один первый раунд тебе дал. Нет, спала нету. Как это было хорошо. Да. Давай выиграй. Давай, отдадим. Ну я так, я ты честно так даже не. Я тебе даже чашку не дала. Пара-па-па-па. Он старается. Папа тебе на это. Он хочет себе снизить закрыть, чтобы это... А я не знаю, что он хочет. А где он?
Блин. Но я не знаю, пацаны, я не виноват. Он сам умер, он сам. Ну давайте посмотрим, переведет ли он мне или не переведет. Ей сейчас он мне переводит 100 алмазов, и он не выходит. Я ему 3000 алмазов перекидываю сверху. Проверяем? Проверяем. Как думаешь, Кирилл переведет 100 алмазов мне он? Думаешь, да? Давайте посмотрим. Сейчас посмотрим. Я думаю, он честный. Ты думаешь, честный? Я да. тоже думаю, он Если честный. Он перевод... Главное, чтобы сейчас он не вышел. Главное, чтобы сейчас он не вышел. Есть. Давай даже ему лайк поставим. Добавим друзья. Кинем заявочку друзья. Если проверяем. Он перейдет, он будет красавчиком. Если он перейдет, он обогатится на 3000 алмазов. Если он перейдет, да. он будет просто в шоке. Гоу еще раз. Переводи сначала 100 алмазов. 100 алмазов. А потом еще раз. Да. А потом еще... Если он сейчас переведет мне 100 алмазов, пацаны, если он переведет 100 алмазов мне сейчас, так, и мы с ним еще раз сыграем, я ему еще раз переведу 3000 алмазов. Я не шучу, я реально не шучу. Это сейчас будет все. Это будет реально сейчас все увидеть в онлайне. Ну, жаль, что он умер в зоне. Ага. Когда переведешь? Когда перейдешь? Йод от зоны сдох. Какие алмазы? Это не мои же проблемы. Ты проиграл. Ты сам умер. Ты сам умер. Ты сам умер. Ты сам умер. Неужели не переведет? Не переведешь, пишем, не переведешь? О, он меня хотел. Не переведешь? Что делать, пацаны? Ну, это, конечно же, он сейчас отказ. Нет, конечно. Переводи. Ты же честный. А, вышел. Вышел. Блин, пишет, не нет, конечно, ха-ха-ха. Друзья мои. Ну, делаем выводы. Какие делаем выводы? Какие делаем выводы, Кирилл, как думаешь? Что нужно сказать? Что он нечестный? Никогда, друзья, не обманывайте. Да. Вот сейчас бы, если это он перевел... Да, если ему сейчас перевел бы мне 100 алмазов, я бы ему перевел бы, друзья мои, 3000 алмазов сверху. 3000 алмазов я ему перевел бы сверху. Ну, он сам отказался. А если у него нету... Будьте честными, пацаны, будьте честными. Реально, будьте честными. И если вам такой формат видеоролика нравится, то, конечно же... Пишите в комментариях, ставьте много-много лайков, делитесь с друзьями моими видеороликами. Делитесь с друзьями, кстати, да, делитесь с друзьями моими видеороликами. Вот, и, конечно же, знайте, что я вас реально очень сильно всех люблю. Кому нужны настройки, ВК пишите. Кому нужны настройки, да, ВК пишите. Я настрою телефон, у меня команда занимается. Кому нужны алмазы, тоже пишите мне ВКонтакте. Ну и не забывайте, у нас каждый день выходят стримы. Уже, кстати, можете зайти на мой стрим. Стрим уже мой запланирован уже. На него вы сейчас можете зайти, уже поставить лайк и ждать, когда у нас начнется стрим. В 9:30 по московскому времени. Я вас люблю, обнимаю, но он потерял 3000 алмазов. Все, до новых встреч, пока. И вы самая лучшая аудитория. Всем пока. Всем пока. Пока.